Новый год уже не за горами. Если есть какие-то долги, многие стараются их погасить. Так, например, налоговые платежи уже осуществили больше 60% опрошенных. При этом чаще всего оплачивают налоговые счета через онлайн-банкинг и портал госуслуги. 22% планируют погасить все задолженности до 1 декабря. 14%, напротив, не будут пока платить налоги. Так как недвижимого имущества в собственности нет, а заработной платы налоговые платежи осуществляет работодатель. Я являюсь самозанятой, я плачу ежемесячный налог самостоятельно в приложении «Мой налог». Мне очень удобно. В этом году налог я уже заплатила, подготовилась. Очень удобно платить через Сбербанк онлайн. Нет, в этом году буду только платить 1 декабря, потому что приобрела квартиру в собственность. Поэтому с налогом еще не сталкивалась в основном. Удобнее, конечно, оплачивать в электронном виде, потому что сейчас все равно люди боятся, я считаю, и... Действительно, да, удобнее оплачивать именно в электронном виде. Мы платили налоги, через почту платили. Каждый раз платим через почту, когда приходит налоговая квитанция. Нет, я еще не заплатила, я плачу через Сбербанк онлайн.